Привет, дружище! Скучал по мне? В эфире самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Gaku Top 10. Добро пожаловать в первый выпуск 2020-го. Бастаев. В претендентах у нас два по уши влюбленных парня. Первый из них — старший из братьев Жугунусовых, поющий о том, как его мысли затерроризировала одна очень красивая особа. Все это вылилось в вот такой клип. Ромео номер два, дебютант по имени Ози. Парень взял один из хитов нулевых в исполнении Тимати и сотворил из него все для тебя. Познакомиться с ним поближе ты можешь у нас в IGTV. А клип смотри прямо сейчас. Все для тебя, все для тебя. Все для тебя, все для тебя. Все для тебя, все для тебя. Небо и луна — это все для тебя. В десятке же первый в 2020 году вылетант. Это группа Алар, которая покидает нас навсегда. Спасибо, ребята, с вами было весело. До встречи на ретро-концертах через 10 лет. Пока-пока. Прощаются с аларовцами их ближайшие соседки. Группа Кешью уже 3 месяца всем ручкой машут, однако уходить не собираются. Оно и правильно, как минимум 3 недели в запасе у них есть, как и у тебя, чтобы проголосовать за них. Первый, кто упал в этом году, стала Камшат Жолдыбаева. Все Новый год начинают с чистого листа, а она до сих пор страдает по-бывшему. Вот тебе и результат. У нее сегодня, кстати, 10-я неделя, так что можешь ее поздравить. Айден тоже начал год с потерь. 2 позиции с декабря потерял. Он тебе поет «Сюндерми», а ты наоборот гасишь его жестко. Жестокий ты человек. Жаным сөндіре көрме оңай. Арадағы махаббатты бүлдіре берме. Жаным бүлдіре берме олай. Зато Галы Молданазар продолжает свое медленное восхождение к пику музыкального Олимпа. Сегодня он на 6-м месте, а был на 8-м. То есть на следующей неделе должен быть на 4-м. Логично же. Ситай тоже бороться устала и спустилась на 5-ю строчку. Оно и понятно, толкаться с конкурентами, при этом танцевать еще и петь очень энергозатратно. А она к нам в Жоапер попала, кстати. Посмотри на досуге.
Энзо, Новый год, начали с нового клипа в десятке. Они просят тебя и всех, кого ты знаешь, быть счастливыми. Нам остается только присоединиться и напомнить, четверка канареек сегодня на четвертом месте. Первую бронзу 20-го получает Мадир Рымбаев, здорово поработавший в прошлом году. На этой торжественной ноте мы с ним прощаемся, потому что 15 недель истекли, таковы правила. Ждем новых клипов, Мадишка. На втором месте уже третью неделю подряд восседает Шохан Уалихан. Лидеру он противопоставить пока ничего не может, но и остальным достать себя не дает. Молодец, Недим Баска. Самое время пробежаться по списку. С 10-го уходят в историю Алар. Кешью на 9-м еще с прошлого года. Кама упала на 8-е. Айден сегодня 7-й. Молданазар поднялся на 6-е. Пятерка у Сиси Тай. Рензо желает счастья на 4-м. Мадир Рымбаев покидает нас с 3-ки. Шохан Уалихан все еще серебряный. Зируза снова переписывает историю. Она первый участник десятки, чьи 3 клипа подряд занимают первое место в хит-параде, сменяя друг друга. Иными словами, Зи лидирует в чарте с 16 августа прошлого года беспрерывно. Такого не удавалось никому, я все проверил. Клип, кстати, зацени, там наши любимые бертоксановцы есть. Приятного просмотра. На этом все. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гаку Топ 10. Держись, скоро потеплеет. Пока.